Ну что, я вышел в центр города Риги. В общем, гулять. Но уже темно, в общем, не день. Ну и решил какое-то разнообразие за всю неделю. Ну, сделать, чтобы просто было такое видео, в общем. Ну, просто вышел, чтобы как-то разрядиться, в общем. В этом месте постоянно какие-то туристы, очень много незнакомых людей мне. Вообще я Ригу очень плохо знаю. Ну и, в общем, продолжаю, в общем, гулять. Рига мне нравится, потому что это крутой город. Ну, лично для меня, как бы он не родной, но крутой. При большом количестве людей мне как бы некомфортно снимать, потому что у меня нету специальной GoPro камеры с хорошим освещением, ну просто чтобы хорошо записать просто звук. А так я снимаю вообще на мыльницу. Перед этим я хотел кое-что сказать адекватно и не получилось. Ну, в общем, растерялся, как обычно, при большом скоплении людей. В общем, продолжаю гулять дальше в центре города Риги. Сзади меня уже вечер, на часах уже 7 часов 10 минут, уже вечер, быстро темнеет, кстати, потому что уже скоро зима, это еще месяц октябрь, а там уже ноябрь, в общем. Сзади меня один чувак вот так вот сделал, сказал, наверное, смотрит каких-то блогеров в ютубе. Кстати, я вспомнил, что у меня зонтик есть, может быть, меня плохо видно. Сейчас подойдем к свету. Вот, кстати, меня тут должно быть хорошо видно. Как видите, у меня зонтик. Я вспомнил, что я взял все-таки зонтик. Прикольное место, можно это сказать. The Quantum Auto Lane. А Рига все-таки это уже для элиты. Пока жду светофор, зеленый свет. Короче, в Риге можно много чего прикольного поснимать. Вон я там впереди вижу прикольный фонтан. Вот надо его снять на видео. О, нахожусь в прикольном месте, это пирамида Хеопс, сразу вспоминаю пирамиду Хеопс. Тут тоже можно всякие прикольные блоги снимать внутри вот этой вот пирамиды и рассказывать про не то, что там пирамиду Хеопс, а про Древний Египет. Надо рэп зачитать, ну такой небольшой кусочек, просто рэп-разминка. У меня есть 50 штук, будем курить траву, как 50 штук.
белые кроссовки, у меня есть картошка. Забыл слова, черт, рэпа не будет больше. Ну что ж, дорогие мои подписчики, просто зрители, кому нравится город Рига, в общем, моя прогулка подходит уже под конец. Всем спасибо, кто смотрел, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.